Козероги, добро пожаловать на мой канал. Давайте посмотрим, каким будет октябрь для вас и как он проиграется в различных сферах вашей жизни. Вы в октябре. Энергии, которые будут присутствовать и направлять ваши действия в октябре. Работа, дом, финансы, личные отношения, кто ли что будет помогать вам в достижении ваших целей, о чем нужно будет подумать уже в октябре и ваше эмоциональное состояние. Давайте смотреть, что здесь у нас. Два старших аркана. В принципе, месяц не будет знаковым или значимым. У нас всего лишь два старших аркана. И они в позиции вы и тех энергий, которые будут присутствовать и направлять вас. Остальные вопросы будут проигрываться более на бытовом уровне. Опять-таки, на дне колоды находится девятка жезлов перевернутая, которая говорит о том, что да, возможно, придется потратиться больше, чем вы планировали. То есть охраняли какие-то ресурсы, были закрыты к какому-то общению. Возможно, придется потратиться на что-то большое, сделать какие-то большие покупки, то есть потратить свои сбережения, либо часть их. И опять же, если были не готовы с кем-то общаться, то по данной карте придется все-таки открыть этот вопрос и обговорить. Далее, вы. Для вас в октябре будет важен вопрос по старшему аркану «Мир». Безусловно, это вопрос иммиграции, это вопрос жизни за границей, это вопрос, возможно, родственников, которые живут за границей, поездки за границу. Не факт, что случатся поездки за границу, но, по крайней мере, обсуждение этих вопросов может выйти на повестку дня. Далее, по данной карте проигрывается так, что будете смотреть на все те задачи, задания, проекты, которые вы тянули, для того, чтобы решить, что вы будете продолжать, а что, возможно, стоит закрыть, либо от чего нужно отказаться, либо стоит отказаться, если что-то не проигрывается и не дает вам те результаты, которые вы хотите. Но обрати внимание на энергии, которые будут присутствовать в октябре. Вы будете полны надежд, потому что по старшему аркану звезда вы получите желаемое. Единственное, это может проиграться чуть-чуть позже, чем вы хотите. Но вот этот настрой, что вы все можете, что все получится, он будет помогать вам двигаться вперед. И по данной карте вы действительно получите то, что вы хотите. Единственное, что это более дальняя перспектива. Дальше. Давайте смотреть. Работа. Здесь у меня немножечко, как у нас говорят в Австралии, concern, потому что обстановка на работе может быть не совсем дружелюбной, либо даже дружеской. Возможно, есть какая-то позиция, за которую будет борьба. И видите, здесь вот эта принцесса, она получила эту должность, но получила ее как бы... То есть она победила, получила желаемое, но получила это не совсем честным путем. То есть будьте внимательны в плане окружения на работе, потому что кто-то может играть не по правилам и действительно может засунуть вам, как говорится, нож в спину, да, фигурально, образно говоря. Поэтому давайте уточнять, что здесь у вас. Если вы работаете по найму, то здесь за что мы боремся? Для кого-то проиграется как сокращение на работе, могут быть какие-то увольнения, могут быть какие-то закулисные игры на работе, а для кого-то может проиграться так, что будет несколько предложений, несколько новых позиций и, соответственно, будет борьба за эти позиции, новые позиции. Далее, если вы ищете новую работу, какие шансы здесь ее получить? Вы знаете, очень много скрытых моментов. И здесь может быть сложно. Вы посмотрите на прорисовку этой карты. Да, богиня нас приглашает подойти к вот к этому чану
взять яблоко, либо красное, либо зеленое. Но для того, чтобы вам его взять, нужно засунуть руку в воду, а мы не знаем, кто там в воде. То есть о чем идет речь? Что ситуация, которая сложится, либо позиция, которая будет на повестке дня, она может быть не такой сладкой, как кажется на первый взгляд. Могут быть скрытые моменты, которые, когда проявятся, вам будут абсолютно не нравиться. Опять же, повторюсь, здесь может проиграться так, что работу вы не получите, то есть не будет предложения еще. Если у вас свой собственный бизнес, то здесь очень сильная конкуренция. Конкуренция, которую вы не выдерживаете, скорее всего. И здесь нужно добавлять какое-то новое направление, либо менять сферу деятельности для того, чтобы развиваться и прогрессировать дальше. Давайте посмотрим финансы. Опять-таки, по финансам здесь идут траты. И трат может быть больше. То есть что-то складывали в кубышку, теперь придется потратить. Давайте смотреть, что здесь у вас связано с этими финансами. Для кого-то здесь будут траты на недвижимость, либо на покупку каких-то предметов обихода в эту недвижимость. Могут быть, кстати, непредвиденные траты, когда вам нужно будет за что-то заплатить. Могут быть и коммунальные какие-то платежи, и административные какие-то платежи. То есть может быть перерасход. Либо те платежи, которые вы, в принципе, не учитывали и не ожидали. Тяжело, может быть, оплатить все то, что вы хотите. То есть очень много трат может быть. В силу того, что меня смотрят разные люди, это может быть связано с разными аспектами. Но, тем не менее, по финансам может быть немножечко сложно. Но кто-либо что вам будет помогать, здесь выпадает вам рыцарь чаш. То есть это позитивный ваш настрой. И опять-таки рука помощи. Это может быть рука помощи друзей, знакомых, партнеров. То есть если вам нужно, чтобы кто-то что-то помог вам, нужно всегда попросить эту помощь. Для дома хорошо проигрывается. Проигрывается десятка пентаклей. Это как новый, уютный, большой, хороший дом. Что может быть связано здесь с финансами и с этой картой? То, что кто-то купил недвижимость, перерасход. Да, потратились на покупку недвижимости больше, чем планировали. Для кого-то может проиграться так, что вы занимаетесь обустройством своего дома. Для вас ваш дом – это полная чаша. И вы материально вкладываетесь в обустройство этого дома. Так кто-то может менять там обои, напольное покрытие, ковры, линолеум, покупать мебель. Гости могут быть, родственники могут приехать в гости. Либо вы можете помогать родственникам финансово по данной карте. То есть здесь все хорошо в плане дома, семьи. Опять-таки, здесь могут быть траты и на детей, если у вас есть детки. В плане личных отношений прекрасно. Девятка чаш говорит о том, что вы получите желаемое. Поэтому давайте смотреть. Ваше желание исполнится в плане личных отношений. Если вы находитесь в браке, в де-факто отношений, либо в семье, здесь семья полная чаша. У вас есть поддержка и партнера. И деток, если у вас есть детки. Здесь замечательно. Уют, комфорт. Для кого-то может проиграться, как желанная беременность. То есть у вас в семье могут появиться детки. Для тех, для кого вопрос детей не актуален, вопрос беременности, здесь может проиграться поездка с целью отдыха. Тоже хорошо. Если у вас любовные треугольники, то здесь очень много страхов, опасений. Да, проводите время с этим человеком, да, наслаждайтесь, да, получаете удовольствие от сексуального общения. Кстати, может быть здесь даже и какие-то материальные вложения, но опять-таки, смотрите, здесь получается так, что по прорисовке кто-то постарался больше, ему дали больше, кто-то не постарался, ему не дали ничего. То есть отношения могут еще носить материальную подоплеку. Но здесь вам, чтобы вам что-то материальное от этого человека получить, нужно, как говорится, его ублажать. Хорошо, дальше идем. Если вы хотите с кем-то познакомиться, что здесь у вас? Выпадает вам королева мечей, то есть женщина воздушной стихии, чаще всего проигрываются как близнецы
весы, либо водолей, больше проигрывается для мужчин козерогов и знакомство с этой женщиной. Опять-таки, женщина может показаться холодной на первый взгляд, вот снежная королева, это ее образ, но опять-таки это женщина, которая подвергает все логическому осмыслению, то есть сердце это одно, но решения принимаются на основе логики и холодного расчета. Для кого-то здесь может проиграться как знакомство с женщиной, которая будет либо юристом, либо медиком. Насколько знаковое? Да, вы знаете, здесь достаточно знаковое знакомство. Здесь хорошо проигрывается для тех, кто будет искать юриста, либо адвоката. Вот. Действительно хорошего специалиста встретите. Если вопрос не носит бизнес-характер, то здесь для мужчин проигрывается как встреча с такой женщиной, и в перспективе брак с ней может быть. Ваш настрой, ваше эмоциональное состояние – прекрасная карта. Ваш чаш говорит о том, что будете готовы проявить свою креативность. Это может быть и покупка каких-то предметов обихода в дом, и обустройство дома, и какие-то картины, галереи. И, в принципе, ваше обучение, когда вы можете заниматься любимым делом, либо обучаться, что может проходить по пажу чаш. Все, что связано с креативностью. Это может быть и мейкап, и косметика, и прически, и одежда, и тренды в моде. Все то, что наполняет ваше сердце и приносит вам удовольствие. Для кого-то, безусловно, настрой будет на деток. Ну что ж, мои дорогие козероги, благодарю вас за просмотр этого видео. Жду от вас комментарии. А с вами была я, Надя Райс. До свидания, до новых встреч.